Харе Кришна, дорогие преданные, добрый вечер. Давайте, наверное, по традиции прочитаем благоприятные молитвы. Ом Агьяна Тимирангасья Джананджана Шалакая Чакшун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупах Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипасинубьевача Патитанам Паванибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадахара Шри Васади Гоура Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Вишну Падая Кришна Приштабхатвари Шимати Раджимна Свами Нити Намри Намахру Пада Придасай Джаганат Хатвари Намахтая Бхактисхой Кришна Гиртани Симирастай Маха. Итак, дорогие преданные, мы начинаем беседу такую на весьма интересную тему. Освещать будем поездку одной делегации, делегации преданных в венгерскую общину. И общее название всей нашей встречи и нашей беседы, оно звучит примерно так. Что имел в виду Шрила Прабхупада? Или что хотел Шрила Прабхупада? И рассматривать мы будем именно идею вайшнавских общин и вайшнавского общества. Наша беседа будет построена целиком на материалах вот этой поездки и высказываниях его святейшества Шрилы Шиварам с вами по этим вопросам. И я хочу начать с вопроса. Пожалуйста, все участвуйте. Вот. И первый вопрос у меня будет такой. Почему мы вообще должны рассматривать эту тему? Вот так это звучит. Почему вообще это вдруг актуально? Вообще общины какие-то? Вот. И нужно ли это вообще делать? Затевать это обсуждение. Может быть, и так все хорошо. Преданные должны жить сообща в общине. Сообща жить. Это в общине, в обществе. Один не выживешь. Один не выживешь. Это очень, очень здорово. Это очень сильная идея. Один не выживешь. Это даже вот здесь, в Москве, в этом храме, уже ну, такая мысль есть. Александр, тогда нужно дать определение общине, что это такое. Мы сейчас подойдем к определению общины. Ну вот вообще вот даже без определения. Без определения. Вот что первое приходит в голову, то и можно назвать. Как кто может сказать, вот зачем это вообще? Ну это Прабхупада этого хотел, чтобы мы построили в нашем храме. Вот это уже тоже очень здорово звучит. Прабхупада хотел построить Варнашрамадхарму. На сегодняшний день я пытал людей, всех, вот, которые живут в венгерской общине, там такие зубры среди людей собрались. И я их спрашиваю, говорю, вы знаете, что такое Варнашрамадхарма? Они говорят, и не спрашивайте. Мы не знаем. Вот такая ситуация. Поэтому это действительно, вот хотел, а что это такое? И вроде бы все равно об этом говорят, вот Бхактипад, я знаю, приезжал в Кучугуры.
и многое посвящал этой теме, рассказывал. Я знаю, что сам Шиварам с вами ездит, там, допустим, в другие там, места в мире, он тоже рассказывает свои наработки о осмыслении этого феномена общин, сельхоз. Вот. Но я вам назову сейчас три причины, по которым, в общем-то, эта тема актуальна. Итак, первая причина, по которой я вообще сижу здесь, вот рядом с вами, и рассказываю об этом, она звучит так, что изучение этого опыта, то есть опыта общины Шиварам с вами, поможет нам приблизиться к пониманию того, что имел в виду Шрила Прабхупада. Когда он говорил «общество сознания Кришны». Вот в этом случае. Что он имел в виду? Вот. Ну, наверняка он имел в виду, что это не секта. Это вот такая особенность нашей беседы. Второе. Изучение этого вопроса поможет избежать нам крупных ошибок для тех, кто наконец понял это и собирается это делать. Смотрите, как просто. И третья причина. Ну, вторая, это для тех, кто хочет вернуться в духовный мир. Вот ни много ни мало, вот так это звучит. И третья причина. Есть третья. Но о ней я скажу в конце нашей встречи. Вот. И поверьте, мы не сможем ее обойти. Это очень слишком такая серьезная тоже тема. Вот. И мы начинаем наше повествование о том, что в октябре месяце этого года, 2009 года, мы в составе делегации преданных посетили Нью-Враджа-Дхаму. В нашей группе были кто? Был Шутха Рабу, был Вивасван Рабу, был такой преданный из Юга России тоже Андрей Тёпин, Садхусанга был, ваш слуга, и его супруга Шаранги. Но надо отдать должное, что в этот приезд там оказалось также делегации очень из Прибалтики, преданных из Прибалтики. И были из Латвии, Литвы, Эстонии, также были преданные с Украины и Белоруссии. В лице вот лидеров. В программе посещения Нью-Враджа-Дхамы входило следующее мероприятие. Участие в такой вот очень грандиозной, я бы сказал, международной и национальной конференции, я бы ее так назвал, национальной конференции, посвященная, так сказать, чествованию награждения Его Святейшества Шиварам с вами, орденом Золотого Креста, за заслуги перед Отечеством. Также туда входили экскурсии с элементами паломничества по Нью-Враджа-Дхаме. Следующее – это встречи с лидерами этой общины. Совершенно уникальные такие события. И участие в празднике Говардхана Пуджа. Вот такая вот программа, это кратко. И сейчас мы по вот этим вот пунктам, мы обязательно мы их просмотрим. Хорошо? Сразу хочу сказать, прежде чем будем все это освещать, очень важную, на мой взгляд, мысль, которая будет пронизывать все мое выступление. Вот. И я хочу, чтобы это было понято сразу.
у преданных сегодня понятие о сельхозобщине, это, знаете, вот на уровне как вот о колхозе. То есть колхоз имени Горького, как минимум Горького. Что-то такая тоска зеленая, там непонятно, чем преданные занимаются. Ездят на быках. Ну, сколько можно на быке ездить? Ну, можно немножко проехать. Ну, каждый день. Вот. И, конечно же, это понимание, это совсем все не так. Это не просто колхоз, дорогие друзья мои. Это суперобщество. Живущее гармонично и самодостаточно. Богоцентрично, с колоссальными перспективами. Сейчас вы это все увидите. И что очень важно, что я хочу сказать, это не аппарат Хапури. То есть мы убедились в том, что есть возможность жить без этих аббревиатур в вайшнавских общинах. И я вам скажу так, это тоже сразу скажу, что только в таком обществе можно пройти стадию анартха-неврити и претендовать на какой-то духовный рост реальный. В других, сказать, вариантах трудно это проследить. Но, может быть, только брахмачарии, живя компактно в ашраме, могут воспользоваться такой возможностью. Но в реальности сегодня я других вариантов просто не вижу. То есть в условиях компактного такого проживания на земле это возможно. И тогда вам и цена будет. Тогда и цена. Итак, мы возвращаемся во Вню Враджатхам. Вот, и первые шаги наши по этой земле, святой земле, они сразу привели нас в такое вот крайнее изумление. То есть это было ощущалось всеми, так сказать, нами. Вот, и это было ощущение вот такое вот, как будто мы попали в такое облако заботы. И у всех это было однозначно проявлено. И мы очень хорошо понимали, что все, что здесь мы видим, все принадлежит Радхе Шьямасундаре. А мы гости во всем этом мире Радхе Шьямасундаре. И что же это за место? Это примерно 230 гектаров ухоженных садов, лесов, огородов, полей, ну и всяких там домов, построек и так далее. И все это делают 133 предавшихся души, которые живут на этой земле, воспитывая детей, выращивая овощи, проповедуя, сотрудничая. И все это они делают для радости Радхи Шьямасундары. Собрали урожай. Радхи Шьямасундаре предложили. Посевная прошла. Радхи Шьямасундаре. Дом построили. Радхи Шьямасундаре. Детей нарожали. Все это Радхи Шьямасундаре. Это царство Радхи Шьямасундаре. Проявляя свою любовь, преданные катают Радху Шьямасундару постоянно на лодочке, на саночках, на качельках, на речке. Они там прорыли целую реку Ямуну, вырыли. Я удивился, несколько километров реки там. И это не просто река какая-то, просто декорация, это реально Ямуна. И преданные, которые оставляют тела в этой общине, они не завещают развеять свой прах в святых водах Вриндавана или там других святых водах, они завещают развеять этот прах вот в этой реке Ямуни, которая есть на территории Нью Враджатхамы.
Для Радхи-Шьяма-Сундары устраиваются фейерверки, киртаны. Я уж не говорю там украшения всякие и все остальное. Очень много праздников, очень много праздников. И все это необыкновенным образом воссоздают ума настроение Вриндавана. Местные в Раджаваси по секрету рассказали нам о том, что Радха Шьяма-Сундара русские, они нам сказали. Но история такова, что действительно стхапати, которые изготовляли эти божества, они готовили эти божества для России. И говорят, что они даже просили там фотографии русских женщин. Ну, понятно, что Радхарани, значит, вот она якобы должна быть похожа на русских барышень. Шьяма Сундаре, слава Богу, таких нет, ну, претензий, да? Он ни на кого не должен похож, да, быть. И... Вот. Но я вам скажу, что не похожи там Радхарани ни на венгров, ни на русских, ни на китайцев, ни на кого. Она не похожа. Есть полное ощущение того, что эти божества, они по-настоящему проявились как во Вриндаване. По-настоящему. Я хочу перечислить вам еще некоторые божества, которые там находятся. Итак, следующее божество, которое мы встретили на алтаре, это Гавардхан Лал. Гавардхан Лал. Это совершенно уникальное, конечно, событие, вот нахождение божества. Дело в том, что все, что там мы встречали, все это имеет цену реальности и цену жизни, реальной такой, знаете. И Гавардхан Лал, он, когда он появился в этой общине, через неделю примерно Пуджаре приснился сон, в котором Гавардхан Лал сказал следующее. Он сказал: ты не туда мне глаза приклеил. Пожалуйста, переклей на другую сторону. У меня ж лицо с другой стороны. И Пуджари переклеивал эти глаза. Но также у Гавардхан Лала есть совершенно уникальный телефончик. Мало кто знает, что Гавардхан вот в этой общине, он пользуется телефоном мобильным. У него лежит такой, прямо перед ним, на бархатном такой подушечке лежит телефончик. И преданные, если они санкиртаны, преданные санкиртаны, если они испытывают затруднения какие-то, они набирают Гавардхан Лала, и типа смс-ки там и так далее. И Пуджари, когда слышит, значит, он подходит. Гавардхан Лал маленький, читать не умеет, и ему зачитывают смс. Что у такого-то, такого-то бхакты проблемы, у него льются слезы, потому что, ну, есть затруднения с распространением книг. И очень быстро замечено всеми, кто пользуется этой связью, очень быстро, что меняется ситуация. Гавардхан Лал необыкновенно милостлив. Но при этом еще он и что? И очень обидчив. Но об этом, это, если будет время, я расскажу чуть попозже. Также на алтаре находится Гаура Натарадж. Совершенно такое красивое божество. Гауранги. Также там находится Радха Шьям. Им более 300 лет. Это такие маленькие функциональные божества. Вот. И также есть такие уникальные божества, как Радха Дамодара. Радха Дамодара... Они находятся в домике Шиварам с вами. История этих божеств вообще уникальна. Вот. Наверняка вы слышали эту историю о том, как во времена... То есть эти божества со времен царя Индрадюмны. Вот. Когда в его царство пришли 7 мудрецов. Это самые важные мудрецы на нашей планете. Ой, на Вселенной нашей. И вы знаете, они живут на вот этих вот 7 планетах, вот Большой Медведице. И они пришли, и царю Индрадюмне приснился сон о том, что обязательно задержи, сам Господь Джаганатха явился ему во сне, и он ему шепнул на ухо, говорит: обязательно задержи этих мудрецов, вот всеми силами, всеми возможностями.
И царь Индридюмна, конечно, не мог ослушаться таких вещей. И он пришел к этим мудрецам и стал им предлагать различные свои дары царские. Он сказал, каждому по дворцу, каждому по 1000 жен. И мудрецы сидели вот так вот и в самадхи так находились. Царь Индридюмна думал, что же еще предложить. Мудрецы никак не реагировали на его просьбы. И тогда он сказал, каждый день буду приносить вам Махапрасад Господа Джаганатхи. Вот, и они так раз, один глаз так. Вот, и потом он предлагал еще. И в конечном итоге второй глаз открылся у этих мудрецов тогда, когда царь Индрадюмна предложил, он говорит, мой Стхапати, величайший Стхапати во Вселенной, изготовит для вас божества, божественные читы, вот, по паре божеств, и мы вам все условия для поклонения здесь организуем. И тогда мудрецы согласились остаться. И вот одна пара божеств, вы знаете, что нашел эти божества 500 лет назад Шри Чайтанья. То есть это лила описана в Чайтанья Чаритамрите. Вот. И после того, как он установил самадхи, Шрилы Харидаса, да? Харидаса Такура. И омывшись в океане, Господь Чайтанья, он сел там вот на этот известный холм отдохнуть. Кто-то был в Джаганатхапуре, видели этот холм наверняка, да? Вот, песочный холм. И он сказал, копайте здесь сразу. Он даже не смог отдыхать, копайте. Все стали копать там. И обнаружили 7 пар божеств. И вот одна пара этих божеств, Радха Дамодара, находится в этой общине, вот в домике Шиварам Свами. Такова история, я не знаю, сколько миллионов лет этим божествам, но вот такие чудеса вот реально происходят в наши дни. Также там есть такие божества, как Нарасимхадев, Лакшми Нарасимхадев. Тоже уникальные божества. Вот, история их тоже очень интересно. Я не буду очень подробно рассказывать, но скажу вкратце, что эти божества пришли через Шрилу Индридюмну Свами в эту общину. Одна семья поклонялась этим божествам более 300 лет. И в конечном итоге она полностью разорилась, эта семья. И вот эти домохозяева, придя к Шрилу Индридюмну Свами, они сказали, вы могли бы взять эти божества, потому что ну, у нас даже нечего предложить завтра. Вот у нас есть один огурец, я так образно это все говорю. Вот. И таким образом Шрила Индридюмна Свами, он понял, что вот судьба идет к нему в руки. И самым чудесным образом эти божества были переправлены в эту общину. Сейчас им очень красиво поклоняются, это очень достойно. Вы увидите это на слайдах. Также там есть уникальное божество Сударшана Дев. История этого божества просто уникальна также. Вот, их, я не буду ее повторять всю полностью, но то, что меня изумляет до сих пор, то, что их привезли в эту общину, начинающие преданные, вот, в кастрюлях. В кастрюлю, и они не знали, как это все. Вот, и как говорит Бхактипат, он говорит, ну не знаю, говорит, пока до сих пор живы преданные. В общем, не знаю, так сказать. Также, мало кто знает, но на алтаре в этой общине, на алтаре, находятся еще два божества. Это Шримад Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам, которые такой, очень красивой такой, серебряной оплетки такой, эти книги находятся. И им поклоняются каждый день, читая молитвы, благоприятные молитвы этим божествам. Итак, мы попали в царство Радхи Шемасундары, ну а теперь мы переходим непосредственно к конференции, которая нас там, так сказать, встречала, эта конференция, или мы ее, я не знаю точно. Но она была посвящена самодостаточности, так звучал вопрос,
эко-био-поселение сельхозобщины. Они там постоянно, вот эти вот слова эко-био, оно просто так вот звучало постоянно. Но это такой вот ход, такой ход. Сейчас вы поймете в конце, почему так. Вот, конференция проходила в пятизвездочном отеле на озере Балатон. Балатон. Озеро, мы увидим его сегодня, это озеро. Тоже интересный момент. Это самое крупное озеро в Европе, пресноводное. Присутствовали на конференции министры, политики, практически вся Академия наук венгерская и много студентов также, общественные деятели. Суть всех выступлений, то есть это конференция, понимаете, идут доклады за докладами, и я вот вам просто возьму фразы, которые я просто их записал. Я записал. Был, для нас был перевод синхронный, и я записывал. Конечно, меня изумляло то, что я слышал там. Вот. И поэтому вот что они говорили. Это было устами этих ученых. Они говорили, в результате научно-технической революции общество потеряло гармонию, и цивилизация стоит на краю пропасти. Одна фраза. Вторая. Экология – мусорный ящик для нашей экономики. Вот, ну, это как перевод, как был, так я, извините, может, что-то не так. У Земли есть лимит, который уже закончился, и уже нельзя повернуть вспять механизм уничтожения планеты. Так высказывались господа ученые. Ну и вопрос возникал, почему же так? Ну почему так все, вот вы такие фразы такие говорите? Причины того, что так все ужасно, ученые сформулировали так. Нас много, мы жадные. Я вам дословно говорю фразу. Это вот научная конференция, чтобы вы поняли. Поэтому у нас, и у нас плохая, не поэтому, а и у нас плохая экономика. А чё ж так? Чё ж так? Вы же ученые. И для того, вывод, это уже вывод, то причины были, а теперь вывод. Для того, чтобы выжить в этих условиях, мы должны научиться жить простой, самодостаточной жизнью на Земле, независимо от цивилизации. Неожиданно все это. Но что я вам хочу сказать? Это, конечно, все очень забавно может показаться, но и вот это эко-био и самодостаточность оказались очень такими емкими понятиями, во всяком случае для меня на вот этой конференции. И нужно сказать, что Шрила Прабхупада также приглашает нас жить просто. Вот. А богатством нашей жизни он предлагает нам считать зерно, допустим, зерно, видите, зерно, речь идет о зерне. И в условиях предсказаний и развития вот этой кали-юги призывы ачарий весьма актуальны. Весьма. И вот поскольку уж мы сказали слово предсказание, я не могу все равно пару слов не сказать об этом. Потому что нет дыма без огня. Вот. И люди интуитивно чувствуют это. Они сейчас, вот, по моим данным, очень много людей формируют сельхозобщины вообще по России. Это вот то, что им, в общем-то, доступно и известно. Вот. Почему они это делают вообще? Почему? Они не были там, тоже вот в Венгрии. Но, может быть, Парамат моим шепчет. Да, раньше в ООН, ООН, есть такая организация ООН, раньше в ООН разбирали конфликты, военные конфликты. Это было актуально. Сама организация, она для этого создана, чтобы разбирать. Но посмотрите, что сейчас разбирают в этой организации. Сейчас там разбирают проблемы климата. Если вы подумаете, что я придумал, посмотрите.
Смотрите периодику, какие-то вот информация есть, РИА новости и так далее. Так что предсказатели, да, у них очень много похожих фактов в их, так сказать, высказываниях. Да. Но нам на все это наплевать. И вообще бы мы вот плевали бы и плевали. Но если бы не один момент, что в Ведах об этом тоже что говорится. И я как бы приведу просто в подтверждение этой темы семинар вот его святейшества Пурначандры с вами. И, по-моему, это 2007 года семинар, где он рассказывает о Шриле Прабхупаде и его пророчествах. Если кто-то не знаком с этим семинаром, я очень рекомендую, очень такой грамотный, вообще построено так все очень красиво, очень много совершенно уникальной информации, которая раньше была, в общем-то, недоступна, неизвестна. Но и также приведу вам несколько, две фразы Бхакти-тиртхи с вами. Первая фраза, вот я ее записал и буду зачитывать, чтобы ни в коем случае ничего не перепутать. Вот, потом меня, чтобы не обвинили в том, что садху-санга там что-то такое. Итак, первая фраза Бхакти-тиртхи с вами. Их будет две всего. Я не буду вас утверждать, хотя их больше, гораздо больше. Первая фраза звучит так. Те люди, которые заранее не поменяют свое сознание, будут грубо возвращены в реальность. Видите, как просто. И кто-то может подумать, а что такое грубо? Ну, грубо это, знаете, это фейсом обоспать. Ну, это так вот по-русски, если да, если с переводом. Вторая фраза. То есть, только, ну, мы не хотим принимать реальность. Так же, да? Ну, я не буду комментарии давать к этой фразе. Я думаю, кто-то поймет, кому надо. Вторая фраза, очень интересная тоже. Кризис цивилизации и глобальные катастрофы начнутся раньше, чем люди это все заметят. Вот такая фраза. Но видите как, вот я не знаю, вот уже давно, наверное, вот вы заметили, что нет воды. Ну, вы скажете, ну у вас же стоит, соответственно, вода. Понимаете, я вам скажу официальную статистику, 3% воды осталось на земном шаре, которую можно употреблять для питья вообще. От источника, чтобы не чистить ничего, да? Да, это вот, как вы правильно заметили, да, живой воды, которая очень будет полезна для нас. 3%, много это или мало, судите сами. Пища тоже важная вещь в нашей жизни, как ни крути. Я думаю, что в этом городе ее нет. Я не знаю вообще, что вы ей кушаете, честно говоря, я не знаю. Но я большие затруднения испытываю, реально. Рис, кишеля. Дети наши, дети. Мы просто сейчас картинку рисуем. Что у нас есть и чего у нас нет. Дети, компьютерные зомби. Я вам честно скажу, это страшнее, чем упасть на машине в пропасть. Понимаете? Сейчас мало кто это понимает. Мало. Я не знаю, почему-то все ходят вот просто на каких-то роликах, понимаете, на своих. И каждый раз я вот это вот смотрю и вижу, что это поражает в 100% случаев наших детей. Есть нечего, пить нечего. Я вам честно скажу, и думать не о чем. О чем люди думают? Пиво, футбол. И что еще? Ну, шоу, да? Шоу. Мы все хотим шоу. Вы знаете, ну не пугайтесь сильно. Не пугайтесь, потому что... Но для того мы и собрались здесь, чтобы найти альтернативу какую-то, правда?
Вот. Хотя, в общем-то, испугаться это нормально в нашем положении. Но все бы было опять хорошо, и можно было бы, наверное, опять на все махнуть рукой, если бы не Шрила Вьясадева, который удивительным образом прозрел Кали-Югу, прозрел. Ну, вы знаете, это описано в Шримад-Бхагаватам, когда он очень рано утром, он омылся в реке Сарасвати, да, и погрузился в транс, в медитацию. И он увидел Кали-Югу. И вот это видение его, ясновидение, очень мощным мотивом явилось ему для того, чтобы вообще... Вот, он мог бы сидеть и медитировать, все ж йоги сидят. А он вдруг все отбросил и стал записывать веды. Понимаете? Это очень мощный мотив. Он увидел такое, что его очень сильно, так сказать, подвигло этому. И он стал выполнять свою миссию, конечно же. Мне очень нравится фраза Шиварам с вами, я ее приведу сейчас, по поводу вот этих предсказаний. Когда мы его спросили, он сказал, ну что, игнорировать неразумно. Будет или не будет, не нам решать. Но наше дело – быть готовым. Это позиция мудрости. Конец цитаты. Конечно, на этой конференции, необыкновенной, на которой мы находились, доклад Шиварам с вами был как вспышка озарения. И Шиварам с вами, я просто счастлив, что я буду сейчас вот немножечко вот этот доклад его немножко цитировать. Он говорил так, что глобальные катаклизмы не только в природе и экономике, они в нашем сознании прежде всего. И оттуда это переносится на весь внешний план. Если мы не поймем, кто мы такие, в каком состоянии наше сознание, мы не можем быть самодостаточными в полном смысле слова. Я успевал записывать это. И он подчеркивал, должно в первую очередь быть самодостаточным сознание. Как этого добиться? Он ставил вопрос перед всей этой публикой, которая там находилась. А это было 500 человек в зале, 500 человек, полтысячи человек, как мы уже договорились. Ценности материального мира постоянно меняются. Это уже мой комментарий. Вот. И сегодня, допустим, люди вдруг раз решили бороться с алкоголизмом вдруг. Общее дело. А что это вдруг? Ни с того, ни с сего. Давай у этих алкоголиков бутылки забирай. К чему это все? Непонятно. А? Против курения стали бороться. Против курения вдруг стали бороться. Но в прошлом уже были сухие законы. Потом опять начинали пить. Это я просто рисую понятие сознания людей. Сегодня борются, завтра уже не борются, а потом опять будут пить, потом опять бороться. Не пойми что. Гомосексуализм раньше был запрещен во многих государствах. Даже по нашей стране, если судить. Но сейчас это гей-парады, пожалуйста. То есть это реальность нашего времени. И такое впечатление, что вообще, вот непонятно уже, половая ориентация уже, она не имеет уже никакого значения. Ну, по большому, смотришь, а все, вот гей-парад. И непонятно, зачем ты, кто ты, куда ты вообще, как же сориентироваться. Ну, вот такое время, вот такое время. И, но в ведической культуре тоже были такие люди. И... Их свобода была очень ограничена. Раньше никто не целовался на улице. Это было неприлично. Сейчас люди голыми ходят по Москве. И это нормально. Вот так вот все стоят и вот так вот. То есть я к чему хочу это сказать? К чему эти примеры? Что сознание людей, Шиварам с вами, он подчеркивает это. Сознание людей постоянно меняется.
И ориентироваться на это не приходится. Это не то, на что можно опереться. И сознание человека, человечества, оно, в первую очередь, воздействует на наши ценности. И мы видим, что человек не знает, по большому счету, что для него хорошо, а что для него плохо. Вот этот вот вопрос, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Он актуален, видимо, во все времена. Вот. Но Шиварам с вами в своем докладе совершенно вот здорово он подчеркнул. Он говорит, мы не знаем. Ну кто знает? Он говорит, ну знает Бог. Он прямо с, вот с этой вот, ну вы увидите сейчас это все на слайдах. Он прямо вот так сказал, но знает Бог. И все эти академики, вот так вот, и министры, они да, сказали вот так. И Шиварам с вами сказал, что мы должны объединить свое сознание с сознанием Бога. В этом заключается величайший, высший принцип самодостаточности. И он говорит, что этому учит нас Бхагавад-гита. И он достал Бхагавад-гиту. Нет у нас Бхагавад-гиты, показать вам. Но я надеюсь, что вы ее кто-то уже видел, наверняка. И мне нравится последняя фраза его выступления, я ее тоже записал. Все внешние источники ограничены. Ну, люди привыкли копать, там, я не знаю, землю, да, рудники. Люди привыкли качать газ, нефть, там, углеводород, я не знаю. Люди все это вот, они на этом строят, их сознание строится, их понимание о благополучии на этом строится. Но, он сказал, все внешние источники ограничены, но источники внутри нас безграничны. Все выступающие благодарили преданных, жителей долины Кришны. За что они их благодарили? За то, что преданные учат людей жить самодостаточно. Это большое впечатление. Многие пишут диссертации, прямо там на конференции они подписывали контракты с преданными, чтобы на территории вот, общины, вот, Кришна Нью Вриндавана Дхамы, проводить научные исследования и писать диссертации. Какие же диссертации я записал? Какие диссертации хотят ученые там, так сказать, писать и, ну, в общем, осмысливать все это? О питании. Почему-то, не знаю, такое вот прозвучало. Ну как, общество и женщина. Почему-то тоже там одна женщина, там, ну, как сказать, ученая такая. Общество и дети. То есть ученые просят, разрешите нам находиться за наши деньги, на вашей территории. Мы хотим все это понять. Мне очень понравилось и совершенно уникально то, что открыта практика студентов на территории Нью Раджатхамы. Благо 230 гектар, есть где разгуляться. И все это является, вся эта вот община, это такая научная площадка, где для этих студентов организована бхакта-программа, и студенты совершенно серьезно проходят. Без бхакта-программ этим студентам вообще двери везде закрыты. То есть... И вот представьте себе наши впечатления. Я говорю за нашу делегацию. Можно себе представить, да, сколько работы, нужно провести, чтобы прийти к таким результатам, друзья мои. Я хочу, чтобы вы увидели немножко с другой стороны вообще ситуацию. Вошли как игла и вышли как плуг. Я вам скажу так, вот эти венгерские преданные, они не на словах утверждают значимость культуры, последователи которыми они являются. И общество окружающих людей это ощущает, вот, необходимость в этом, понимаете? Вот я вам сейчас говорю феноменальную фразу. И они ощущают необходимость в изучении этого опыта.
вот этим было все пропитано, все пространство. Итак, они не на словах утверждают значимость культуры, которой они принадлежат. Почувствуйте разницу, может быть, почувствуете что-то. Дальше конференция, вы знаете, вот конференция — это особое событие. Оно весь день проходило, и столько там всего, я не буду перечислять. В последующие дни конференция проходила на территории храма, на территории общины. И нам дарили уже свое общение, уже и лидеры этой общины, и сам Шиварам с вами, и Ниранджана с вами, который там присутствовал в это время. И мы обсуждали темы вайшнавских общин, как совершенного условия. Что такое вайшнавская община? Я вот очень прошу вас, пожалуйста, если можно, вот на этой доске написана одна фраза. Вот. Я думаю, что эта фраза, она немножечко такая революционная для нашей России сегодня. Тем не менее, пусть она будет прочитана, если кто-то там захочет. Но что такое вайшнавская община? Это уникальные условия для духовного развития преданных, где каждый преданный может занять себя в своей природе. Это основная тема, которую мы рассматривали на конференции уже в стенах храма. И в своих лекциях Шрила Шиварам с вами детально рассказывал нам идею вайшнавского общества. Слово «общество» здесь самое важное. Что такое общество, как ключевое слово, как понятие? Кто такие члены ИСККОН? Что такое ИСККОН? Кто-нибудь может сказать реально? Ну вот Шиварам с вами нам дал некоторое понимание этих вопросов. Вот, и очень много он нам уделял вот этому времени. И вот здесь вот написано о том, что наше общество, ну это уже известная вещь, так сказать, уже ее цитируют давно за Шиварам с вами, что, ну в лучшем случае это может быть федерация храмов. Но он говорит, что федерация храмов — это не общество, это не является обществом, это не то, что имел в виду Шрила Прабхупада. Он говорит о том, что есть также санкиртана в нашем обществе, это такая определенная деятельность, реальная деятельность, которая меняет этот мир. Но он также подчеркивал о том, что это не является обществом. Также он говорит о том, что существует институт инициации, который на сегодняшний день тоже существует в ИСККОН, но это тоже не делает эту организацию обществом. Но в отличие от всего, Шрила Прабхупада, когда давал определение ИСККОН, он говорил о том, что это должно быть общество. И общество, как говорит Шиварам с вами, он говорит, это много ингредиентов. Много ингредиентов. То есть все аспекты жизни. Все аспекты жизни. Учителя, врачи, фитнес. А все, вот все. Детство, юность, старость, смерть. Все аспекты жизни. Отдых, лечение. Организованный в рамках сознания Кришны. Членами общества, вернее, вот, члены общества в этой общине, они приняли конституцию. Это уникальная ситуация, то, что вот, мы сейчас с вами соприкасаемся. Конституция — это обязанности и права членов этого общества. Первое — обязанности, как ни странно, потом права. На это делал упор Шиварам с вами. Я не буду сейчас, у нас не так много времени. А в основе Конституции, как вы думаете, кто? В основе Конституции. Совершенно верно. А в основе Конституции Бог. Кришна в основе Конституции. Что значит общество? Например, сделать ремонт. Приходит ремонтник к нам, он преданный, да? Надо красиво покушать. Мы пошли в ресторан. В ресторан преданный, да? Надо продукты купить. Мы пошли к кому? К преданным.
Я не буду много перечислять, я вам просто рисую картинку сейчас. Вопрос, если будет, давайте в конце, чтобы я ход шахматной мысли не потерял. У нас время нас поджимает. Общество должно обеспечить всем преданным возможность на всех стадиях и во всех сферах своей жизни, работа, досуг, творчество, общаться с преданными и углублять свое сознание Кришны. Я цитирую Шиварам с вами. Дальше. Общество должно иметь социальную структуру. Социальную структуру. Варна должна звучать в этом, вот, в этом смысле. Иначе, смотрите, это не общество. Такова аксиома, понимаете, фраза. Дальше. Шиварам с вами очень скромно и, так сказать, проникновенно говорит: я предлагаю отказаться от представления, что ИСККОН как о чисто теологическом обществе. Мы не горстка философов, согласившихся жить вместе. Нам нужно начать мыслить как общество. И когда произойдет эта смена, это будет иметь значительные последствия. Я цитирую. Вы знаете, цитировать можно много, но дальше мы познакомились с организацией и структурой общины. На вершине иерархии, кто? Радха Шьямасундара, совершенно верно, на вершине всего Радха Шьямасундара. Затем кто? Их слуга, совершенно верно, Шрила Шиварам с вами. Потом идет... Ну, в той общине вот так. Смотрите, я просто вам рисую, как оно есть. Президент этой общины Гаура Шакти. Это очень благоприятно запомнить. Гаура Шакти, Прабу. Поверьте мне, вы сейчас его познакомитесь и увидите его на фотографиях. И потом идут департаменты. Департаменты. 42 департамента. 42 департамента. Каждый день по 8 часов служения в этих департаментах. Каждый день меньше не бывает. Давайте я просто ради приличия, потому что наверняка это будет красочно, я расскажу о 2-10 департаментах. Если о 2 понравится, потом о 10. Но обо всех не буду, потому что не хватит времени. Департамент храма обеспечивает божества и заботу о пуджаре. 20 браманов выстраиваются на служении на алтаре Радхи, Шьямасундари и всем перечисленным богам. Департамент Санкиртаны более чем 100 проповеднических программ осуществляет этот департамент в течение года. Департамент сельского хозяйства. В его компетентности поля, огороды, пасеки, овощехранилища, теплицы. Также этот департамент ведет огромную научно-исследовательскую работу в селекции. Это уникально, мне очень понравилось, я был очень вдохновлен вообще наблюдать за всем этим. Также они интересные тоже программы проводят и исследования в плане органических средств защиты растений. Но, может быть, я не буду углубляться, тем не менее скажу пару слов. Химия не используется вот, в ухаживании за растениями. Вот. Допустим, тля появилась, сок крапивы. Понимаете? Или там, я не знаю, как они говорили, вода на красном перце, там, ну и так далее. Это просто, чтобы вы понимали, что все это насыщено очень осознанными деяниями этих преданных. И этот департамент в этом году собрал 6 тонн фруктов, 35 тонн овощей, 50 тонн зерна. Самим преданным, которые там живут, как они сказали мне, я говорю, куда вам 50 тонн вообще? Ну что вы, это же
Они говорят, да нет, нам, говорит, 4,5 тонны достаточно вот, на год. 400 литров льняного масла. Это то, что я запомнил. 3,5 тонны меда. Нормально? Они этот мед льют везде. Вот в каждый напиток, в каждое блюдо. Алтарь вот весь медом уставлен. Весь медом. И вот ощущение пчелы, все как пчелы, они все нектар собирают, да. И, в принципе, я говорю, а вы съедаете эти 3,5 тонны? Они говорят, нет, говорит, нам, говорит, у нас это в 7 раз больше, чем нам нужно. Ну, посчитайте, я уж не знаю, они такие все математичные, в 7 раз больше. Ну, 33,5 сразу на 7 надо делить. Вот, и одним словом, без арифметики туда лучше, ну, если без знания арифметики, туда лучше мне показываться. Департамент образования. Что там есть? Детский сад, гурукула, университет. Университет есть, вайшнавский, высшее образование. И очень много образовательных программ. Все заведения, которые я перечислил, аккредитованы государством. Ну, что самое интересное, у них есть свои учебники, где не написано «мама мыла раму», как в наших учебниках. А там написано «мама Каушалья мыла раму». Понимаете? Все преданные, живущие там, да, по-моему, и все преданные всей Венгрии, по-моему, они все вовлечены в ту или иную образовательную программу. И вот не могу здесь не удержаться от комментария и скажу такую вещь. В этой общине особое внимание уделяется воспитанию детей. Знаете, не только, чтобы эти дети не мешали на лекции, во время лекции. Ну куда вы все, ну почему дети сюда зашли? Ну вот, Матаджи, ну быстренько, что вам комнату не выделили? И Матаджи, да-да-да-да-да-да. И побежали там этих детей. Знаете, там очень хорошо понимают, что мне очень понравилось. Вот, это было, так сказать, что дети это наше будущее. И я увидел там действительно людей, действительно таких со зрелым пониманием этого. И этим детям очень нужна наша любовь и забота. Почему они так относятся к этому? Они очень хорошо понимают, от этого зависит, будет ли наше общество традиционным и стабильным? Сейчас все бегают, вот спросите кого, все на санкиртане. Кого-то бегают, ловят, понимаете, обусловленные души. Но что интересно, Господь послал обусловленные души прямо нам, в лоно наших семей, наших сердец. Матаджи, почему эти дети вот здесь вот, понимаете, кричат? Понимаете, вот наше отношение к детям. Я хочу, я это очень, ну так, остро чувствую, поэтому, ну, хотел высказать эту идею. Не надо ждать традиционного и стабильного общества. Традиция – это очень глубокая тема, на самом деле. Православные, знаете, они у них есть в традиции. И они говорят, мне недавно, буквально несколько дней назад, вот мы с Лешей шли, и нам попался этот православный человек, и он говорит, а что, говорит, мы пьем, мои отцы, деды пили, вот, мы мясо едим, все мои вот, предки, кого я знаю, и он говорит, я вообще свою родословную знаю, на 4 там, или 5 поколений, там все, все едят мясо. И мы едим, и мы не откажемся от этого. Это наша традиция. Что ты такое мне говоришь? Это он мне.
Это очень мощный козырь. Очень мощный. Мои деды и прадеды. Но вот мой Нарада, да? Кто знает Нараду? Кто знает? Вот это да. Вот это да. Молодцы. Молодцы. Вот что Нарада мне скажет? Нарада мне скажет: мой отец, моя мать, моя бабушка, моя прабабушка, повторяет джапу. Ну, как минимум он это видел, да? Видел же или нет? Поэтому традиции, они не закладываются ежесекундно. Традиции закладываются поколениями. И это самая-самая сложная работа, которую вообще можно себе представить. Это та работа, в которой надо отдать свою кровь. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, нужно, чтобы из человека сделать преданным, нужно пролить галлоны. Он сказал, галлоны крови. Как это надо сделать? Это надо подключить вот сюда такие вот трубочки, да, и к тому человеку, да, и перекачивать через свою кровь, через его тело. Да. Или не так? Ну, пожалуйста, так не делайте, я пошутил, пожалуйста. А потом же кто-то скажет, что вот так Садхусанга сказал на этой лекции и так далее. Пролить галлоны крови, друзья мои. Любовь – это не сентименты, это не асися, это тяжелый труд. Немножко мы поговорили о традициях. Я очень хочу, чтобы было понятно, что дети – это супер важно. Чтобы не получилось, как в лиле с Господом Чайтани. Может, помните, такая замечательная лила? Маленький Нимай подходит, ну там брахман такой стоит, и он: «Эй, баба!» Помните, как он? Ну это по-русски, это типа: «Эй, дяденька!» Ну, типа такого, да? Он говорит: «Мальчик, не мешай мне здесь это!» А он его затхоти. Вот. А он говорит: «Эй, мальчик, не мешай, я тут на Бога медитирую». Видите? Вот. На Бога медитирую. Ну вы скажете мне: «Ну, нас же не Бог теребит, затхоти, а дети». В чем? В чем сравнение? А я вам скажу другое. Бог послал этих детей к нам сюда. Вот. А мы говорим: мы побежали. Куда? На лекцию. Мы побежали. Куда? На санкиртаны. И еще куда-то мы побежали. Вот она, санкиртана, стоит. Вот она. Эй, баба! А мы говорим: ты не мешай, я на Бога медитирую. Не так, что ли? Дети посланы нам вот в эту Кали-югу. Это уникально на самом деле. Это на самом деле милость Господа, что вот эти дети, это необычные души, они пришли в семьи преданные. Но что делают наши дети, которые прошли Гурукулу? В этом стольном граде. Я очень люблю Москву, на самом деле. Вы не подумайте. Наши дети, я читал в интернете, они пишут о преданных. Но я не хочу повторять даже, что это пишут они там. ВКонтакте. ВКонтакте. Я не буду это повторять. Следующий департамент. Связь с общественностью. Туда входит связь с учеными. Я удивился, что, оказывается, ученых много всяких. Значит, они перечисляют дарвинистов, экологов, востоковедов. Ну, не будем перечислять. Очень много всяких видов ученых. Связь с политиками также входит в этот департамент. Связь с религиозными конфессиями. Очень уникальный департамент развития туризма, так называется он. Знаете, я вам честно скажу, 35 тысяч туристов в год проходят через долину Кришны. Если бы я не видел это своими глазами, я бы никогда не поверил. 35 тысяч.
Я просто представил, что 35 тысяч человек пропустить через Ершова или Курджинова. Поверьте, там ничего не останется. От этих деревень 35 тысяч, понимаете? Это очень серьезная фраза и очень серьезные цифры. Я нигде не видел, чтобы так серьезно относились к цифрам, как в этой общине. И если там хоть на один, вот на один, вот буквально, вот на единичку кто-то ошибется, вот так поставлено там Шрила Шиварам с вами. Это я видел сам. Вот, мы сейчас это увидим на наших слайдах. Вот, и на праздник Бучо, я не знаю, так по-венгерски звучит, на праздник урожая, праздник Бучо, а может Бучо, я извините, может что-то, дай Бог, чтобы это вот... 8 тысяч человек проходит через эту долину за 3 дня. За 3 дня. Я видел, как приезжают эти туристы, приезжают огромные автобусы, и они сотнями выходят вот так. И пошли. По храмам, по всем святым местам. Но это другие туристы, друзья мои. Это не такие, как у нас в России. То есть я заметил, они как курочки, как цыпочки. Вы знаете, вот они прошли, 100 человек, ничего не сломано. Не изуродовано, не нагажено после них. Знаете, слова матерного не слышал я. Вот очень тихо вот проходили эти люди. И дивились вот так вот. И они смотрели на это, как вот на свою красоту. Понимаете, моя. Это же вот моя красота. Это удивительно на самом деле. Я вам маленькие мазочки рассказываю. Я не могу вам рассказать все, к сожалению. Долина Кришны, она нанесена на государственную карту и официально считается официальной достопримечательностью этой страны. Есть департамент развития также в этой общине. Это все, что связано с планированием, проектированием, строительством и реализацией этих планов. Какие же планы у преданных? Закладка ботанического сада на 100 гектарах. Потому что в этом году они хотят еще 230 гектар приобрести. У них очень большие планы. Также у них план построения аюрведической клиники в этом году. Также построение научно-исследовательского центра и здание университета вайшнавского. Это все в этом году. Десятом. Более 40 проектов, которые преданные хотят воплотить в жизнь. Я вам все не буду перечислять, это слишком займет много времени. Департамент, наверное, будет интересно, департамент бизнеса. Есть такое у них? Есть. Ну что такое департамент бизнеса? Это производство, да? Реклама, реализация продукции New Rajadhamы. Какая же продукция у Нюв Раджатхамы? Джемы. Ну, я со сладкого начал, уж извините. Соки, сиропы, мед, мука, вода. Косметика. Косметика из трав и продуктов пчеловодства. Также туда входит продукция пекарни и ресторана. Уникальный ресторан у них, он работает по интернету. Там заказывают продукты, там очень большой перечень, совершенно уникальный перечень. Я видел, как они работают. Вот просто заглядение. Я нигде не видел. Но я вам честно скажу, вот не для того, чтобы, не для передачи. На 100 лет отстали мы. На 100 лет. И по культурному уровню, по интеллектуальному уровню, по уровню амбиций. Ну, в России, конечно, мы превзошли, наверное, на 100 лет в этом смысле. В общем, одним словом, вот здорово смотреть. И блюда эти что? Развозятся в разные точки Венгрии. Ну, кто заказал? Но также там есть ремесленные мастерские и так далее. Есть уникальный департамент, социальный департамент. Что туда входит? Забота о детях.
обратите внимание, о детях. О женщинах. По-русски как? Матаджи. Матаджи. А пожилых и больных входит в этот вот департамент. В его компетенции также пенсии. Обратите внимание, мы встречали такое понимание в нашем обществе. У нас правительство не справляется с этим. Но уникально, что преданные там живут на пенсионном обеспечении. Те, которые уже пожилые преданные. Пенсии, декретные пособия, деньги на лечение и на путешествие в Святую Дхамму. Один раз очень благоприятно посетить, считается в этой общине. Что интересно, женщины, они не просто там матаджи, они очень-очень такой, интересно, вот статус женщины, он там по-другому рассматривается. Женщина, которая, ну, рожает детей, будем так говорить, вайшнавов, она в особом статусе находится. Статус – это такое положение, положение этой женщины. И когда она еще и воспитывает этих детей, то ее положение очень-очень высоко. И эти женщины до 10 лет, они не занимаются никаким служением. До 10 лет ребеночку, если вот родила, да, матаджи, до 10 лет, смотрите, вы где-нибудь это встречали вообще в современном мире? До 10 лет она занимается только ребенком. После 10 лет 4 часа в день. Так определено конституцией этой общины. И есть также интересное вот такое тоже обеспечение называется, департамент. Он решает жизненно необходимые вопросы с обеспечением водой, дровами, продуктами, ремонт, бытовая помощь и многие другие вопросы. Ну, честно говоря, я еще один назову департамент, чтобы вас не утомлять. Есть еще департамент. Вообще это интересно, я не знаю. Департаменты. Интересно. Ну, для общего развития, скажем так, всегда не помешает. Очень хорошо вы сказали. Для общего развития. Общее развитие уже прошло. Мы опоздали на 100 лет к рабу. Супер, вот мы все вот такие. Сегодня вот такая реальность. Для общего развития. Итак, Эко-долина. Есть такой еще департамент. Это уникальный департамент. Там служат такие брахманичные, очень преданные. Вот. Они обобщают опыт этой общины. Обобщают. Они проводят очень глубокий анализ. Все считается, учитывается. И все это для чего делается? Для того, чтобы динамично развиваться. И делиться опытом с другими. Смотрите как. Есть вот такие там горстка преданных, вот, но они, ну, в душу в это вкладывают. Я когда посмотрел, мне было просто, вот, просто приятно. Вот, просто счастливым оказался. И честно вам скажу, нам бы, нам это вот, вот нам, это мне и моей жене, супругу, кто-нибудь знает мою супругу? Ее зовут Шаранги. Нам было это особо интересно, так как мы прожили в общине, ну, больше 10 лет, так будем говорить, с 96 года мы находимся в условиях вот такой общины, как Курджинова-Яшова. В подобной, я бы сказал, общине. Я вам так скажу, может быть, мы и не построили там здание университета, но мы получили бесценный опыт. Сладкий или горький. Это все это есть. Но вот этот опыт, он выливается вот в три вещи, которые я назову. Самые основные. Самые основные. Хотите, я вам назову три вещи?
Первое. Через этот опыт мы почувствовали, вернее, могли почувствовать очень большой вкус к такой жизни. Вкус. Понимаете, в общем смысле. И почувствовали очень большую динамику духовного роста. Что невозможно почувствовать мне ни в каком другом месте почему-то. И когда мы оказались в этой общине, мы тоже это опять увидели. Второе, мы почувствовали колоссальную, вот слово, не боюсь даже, перспективу проповеди. Ну, вам мало 35 тысяч туристов вообще. Ну, я вот это уже звучало, немножко анализируйте. Мы увидели, третье, единственную, слово такое произношу, единственную перспективу воспитания детей в сознании Кришны. И дальше я хочу вам рассказать о том, что также у нас были индивидуальные встречи с лидерами общины. Это тоже совершенно уникальные вещи. Вот. Нам представилась такая возможность, и на этих встречах присутствовали вот такие люди, как Его Святейшество Шрила Ниранджана с вами, вот, президент этой общины Гаура Шакти и другие лидеры. Я вам так скажу, многие ездили в эту общину, и ко мне преданные, я встречаюсь, и мне говорят, мы там были. И я вам сейчас расскажу о трех козырях, которые мы получили в результате этой поездки. Первое, мы увидели, как общество относится к преданным. То, что может быть, ну, можно посещать, знаете, сколько угодно эту общину. Я видел там преданных, которые по 5 раз приезжают. Ну, они так и, наверное, еще будут ездить туда. Также мы увидели, что нам донесли на этих вот внутренних конференциях, что такое общество. Ну, Шрила Шиварам с вами нам вот рассказывал об этом, он столько нам времени уделил, совершенно уникально. При его занятости я до сих пор не могу понять, как он. Но это все не просто так, вы сейчас поймете. Сейчас вообще мы придем к очень важному выводу, вот, который я хотел сказать в конце. О том, почему же третья причина, почему мы рассматриваем этот вопрос. И третье, мы изнутри смогли понять причины успешности этой общины. Вот это три козыря я назвал сейчас, вот, которые мы увидели в этот приезд. Хотя, конечно, мы увидели много другого, но понимаете, это козыри. Это козыри. Все остальное это уже может быть там другое что-то. Мы также увидели, насколько расширено сознание венгерских преданных. Они не живут местническими интересами, они живут искон. У них вот такое сознание очень широкое, они живут исконом. И здесь мы поняли третье. Они страстно желают сегодня, чтобы в России создавались такие общины. Наверное, пришло время, я не знаю. И Шрила Шиварам с вами, он, знаете, как вот от лица Радхи Шьяма Сундары, он просит. И эта просьба, она звучит так. Пока не будет общины успешной в России, мы будем как детский сад, понимаете? Вот, вот не пойми что, понимаете? Вот, ну, секта какая-то, не знаю что. Общество любителей философии, теологии, я не знаю что. Поэтому вот мое глубокое убеждение, хотите, вот расскажу на 100%. Храм в Москве и успешная община
в России. Это две таких, как вот две петлицы, или там, я не знаю, две ноги, или две рельсы для России сегодня. И вот, благодаря вот этому посещению Нью-Раджатхамы, мы еще раз убедились, что жизнь в общине преданных имеет очень много преимуществ. Давайте их назовем, эти преимущества. Преимущества очень простые. Динамическая духовная жизнь, внешняя и внутренняя самодостаточность, воспитание детей, проповедь на невероятном уровне, понимаете, который еще никто не ощущал в этой стране. Поверьте мне. Потому что когда вы встречаете людей на своей территории, где вы живете самодостаточно, у вас внутри здесь все так хорошо выстроено, понимаете? Это совсем другое, чем даже вот в этом храме встречаем людей, поверьте мне. И самое вот это вот третье, я все-таки вернусь, то, что нам как-то вот донесли эти преданные, что если такая община будет в России, тогда это будет переломным моментом вообще на всей планете. То есть по поводу вот всех этих предсказаний, о чем мы говорили, да, о жестких каких-то вариантах. Я вот так это связываю. Извините, дорогие преданные, если что-то было не так. Я хочу заканчивать уже сейчас свое повествование. Вот. Мы постигаем культуру. Мы постигаем культуру, которую учит нас Шрила Прабхупада. Я всегда говорю на всех своих беседах и встречах, где бы мне ни было, я говорю, мы умны сегодня Шрилой Прабхупадой. Понимаете, я не умен ничем другим, я не знаю ничего. Я традиции не знаю ничего. Вот Шрила Прабхупада принес нам вот это. И вот отсюда и начинается все. Но практически, очень важная мысль, культура может жить только в полноценном обществе. Смотрите, я вот рисую какое-то пространство руками сейчас. Культуре, оказывается, нужно пространство. Смотрите, как происходит сейчас. Будьте внимательны. Ей нужно пространство, где она может зародиться, развиваться и жить. В городах другая культура. И культура в культуре не развивается. А община – это место, где живет культура. И я заканчиваю свое повествование. Хочу сказать такую фразу, что мы не религиозное все-таки движение. А мы культурное движение прежде всего. Если вы мне не верите, вы можете там найти в высказываниях Шрилы Прабхупады. Давайте, я обещал показать какие-то фотографии, да? Я думаю, мы успеем пробежаться по ним. Приглашаем всех поближе, поближе к экрану, потому что навряд ли это повторится, дорогие друзья. Хари Рам. Но вы видите, да? Вы видите, это первые шаги по этой земле святой. В этой общине более 16 святых мест. Там проявлена святая Дхамма. И вот эти 16 святых мест, они там проявлены. То есть, куда бы вы ни ступили, там везде совершенно невероятные вещи происходят. Вот. И вот мы, вот это первые шаги, вы видите, Шаранги Девидаси, да,
она приходит, и встреча со Шрилой Прабхупадой происходит. Мы идем дальше, и мы видим совершенно необыкновенные картины, украшения этого храма. Все сделано с величайшей любовью и преданностью. Это просто я, это не мои снимки, это я, конечно, так вот листаю немножко. Вот, и вы видите, мама Яшода и Дамодара. Вот Дамодаре мы предлагали огоньки. Вы видите, Дамодара испуган, да? Испуган, реально испуган. Видите, как у него глазки испуганы. Мама Яшода, она тоже изумлена этим испугом. Мы видим с вами Радакунду. Сейчас она осушена, поскольку было уже холодно, когда мы были. В октябре было очень вообще холодно, невероятно холодно, мы все ходили в куртках. Вот такие там галереи совершенно уникальные. Все это вот, я видел, как преданные кисточками все это очищают. Кисточками. Вот эти картины. Все это очень чисто, необыкновенная чистота царит везде. Вот. И все. И вот первая встреча наша с Радхой Шьямасундарой. Видно? Всем видно, да? Отлично. Шимати Радхарани Киджай. Шьямасундар. Киджай. Вы видите вот здесь, вот я показываю, видите, такой огромный у них из павлиньих перьев, такой веер. Этот веер им может воспользоваться любой зашедший туда турист. И вот сюда на сбоку выходит такая веревочка, и каждый желающий может таким образом послужить Радхе Шьямасундаре. И люди подходят так и омахивают их. И всем нравится это, всем. И все счастливые, я заметил, отходят, туристы. Шьямасундар. Шимати Радхарани. Вот уникальное божество Лакшми Нарасимхадев. Помните, мы говорили? Мы получаем даршан сейчас, дорогие преданные. Даршан божеств. Сударшана чакра. Сударшана дев. Уникальное божество. Нигде не видел ничего подобного, поверьте мне. Вот такое у него очень красивое и строгое лицо. Это шилограмм, угра шилограмм Нарасимхадев. Сударшана дев с уникальными, вы видите здесь, ракушками, право-левосторонние. Видите, да, как здесь все. И вы видите эту делегацию, которая перед вашими, так сказать, лицами посылает вам привет из солнечной, ну, в данном случае не солнечной, Венгрии. Холодно было. Шиварам с вами на конференции, во время конференции. Смотрите, он очень счастливый. Вот это вот совершенно уникально. Вот. Он нам сказал после этой конференции, он сказал нам, если бы Шрила Прабхупада видел бы, какой бы он был счастливый. Это и вот его слова были. Мы, вот сейчас он заходит на вот эту трибуну и будет рассказывать здесь. Смотрите, как смотрят на Шиварам с вами. Это люди, которые туда приехали. Но вы видите, да, что у нас есть синхронный перевод, и мы очень внимательно слушаем. Это доклад Шиварам с вами, его выступление. Вы видите, как он объясняет, как меняется сознание людей, и что по большому счету это ничего не имеет никакого значения. И только Бог может помочь нам, потому что человек по своей природе несовершенен. Но вы видите, как внимательно устремлены взгляды вот этих вот членов делегации. Конечно, мы проголодались, не подумайте. Было два перекуса вот на этой конференции. Вы поняли, да? Вода – это жизнь наша. И еда тоже. Но вы видите, Матаджи Урмила Девидаси, она тоже присутствовала на этой конференции и освещала
это событие. Освещало в прямом смысле слова. Вы видите, какой обед. Обед. Очень знатный, сытный обед. Устроили преданные 500 присутствующим членам вот этой конференции. Обратите внимание, несмотря на то, что мы проглатываем просад, вот, идет очень бурное что? Обсуждение. Обсуждение. Услышанного и увиденного. Все очень-очень так под большим впечатлением. Все под большим впечатлением. Но что дальше? Обратите внимание, какие венгерские преданные. Уникальные. Мне нравится платформа, ихняя платформа. Вот так вот они ходят. И вот так они говорят по телефону. Очень много докладов делали преданные. Смотрите, какие дяденьки сидят там. Это очень солидные люди из Академии Венгерской. И эти люди, почтенные, пожилые мужчины, пришли, чтобы почтить и послушать славу Шиварамы с вами и Шримы Прабхупады. Вот такие материалы конференции нам выдавали. На быках преданные пашут. Самодостаточность, полная самодостаточность. Вот этот вот замечательный академик, он не мог найти эпитетов, как прославить преданных. Другой академик, он тоже хотел как-то выделиться в прославлении преданных. Вот это уникальный лектор, он сделал потрясающий доклад. Я думаю, что это просто не доклад был, а шедевр. Этого человека зовут Гаура Шакти Прабу. Это президент венгерской общины. Вот так хотят найти контакт с Гаура Шакти члены венгерского элиты, элитного общества. Они, видите, говорят, ну как можно к вам записаться? Он говорит, да посмотрим. Видите, Гаура Шакти говорит, да посмотрим. В конце конференции, обратите внимание, уникальный кадр. Шиварам с вами счастливый. Я думаю, что он очень элегантно одет. И вот в таком состоянии он находился. Этот снимок стоит $1 000 000. Для понимающих. Шиварам с вами своим лотосным взглядом благословил Шаранги Девидаси, которая его сфотографировала. Но звезд нужно знать в лицо. Вы узнали этого человека? Запомните навсегда. И ваша жизнь не пройдет даром. Но это, исследователи тоже находятся в этом. Видите, за моей спиной озеро Балатон. Естественно, мы исследовали это озеро. О! Это неожиданно, но тоже надо как-то прокомментировать. Рядом со мной находится, я думаю, что это человек номер один вот в понимании общин сегодня в России. По глубине и по смыслу и так далее. Кто именно? Да, вот зовут ее Шаранги, Шаранги, ну и еще Девидаси можно тоже. Если кто-то скажет, почему ты так решил, вот. Ну очень много для этого причин. Радха Шьяма Сундара, каждый день они были в новых нарядах. Я вам скажу, что каждый день на служение божествам тратится примерно 200 евро. Каждый костюм Радхи Чамасунды, одной из Шимати Радхарани, обходится примерно в 2000 евро. И это меняется каждый день. Шимати Радхарани. А это ее жизнь и смысл. Вы знаете, вот продолжается конференция в храме. Вы видите, все сидят,
с большим вниманием слушают лидеров этой общины. Очень они выкладывались для нас, я даже вот вам передать не могу, почему так. Вот они показывают нам с высоты спутника свою общину, свои земли. И вот здесь вот пальчиком, видите, вот Радха Кришна Прабху показывает. А вот здесь у нас лес, а вот здесь у нас поле, а вот здесь сады, а вот здесь у нас овощи растут, а вот здесь клубника. И я вам не смогу перечислить все, что у них там запланировано. Это совершенно уникально. Это, как очень, знаете, сокровенное такое вот, ну, царство Радхи Шьямасундары. Это обет. Обет в эко-био-самодостаточной деревне Кришны. Обратите внимание, Шрила Ниранджана с вами, Шиварам с вами и все остальные. Вы должны понять, что обед вкусный, дорогие друзья. И все очень поглощены. Венгерская кухня оказала на меня тоже хорошее впечатление. И было очень вкусно, поверьте мне. Было очень вкусно. То, что делали венгры, мы с большим удовольствием. Каждый раз новое. Я никогда такого не видел даже в Индии. Радха Кунда. Вот так выглядят домики этой деревни. Вот 53 дома на сегодняшний день и заложено еще, наверное, 15 на будущий год. 53 дома, которые они построили, там живут семьи преданных. Вот так это выглядит с разных сторон. Вот такой домик. Вы можете обратить внимание, что на крышах, на многих, есть не только молния от воды, но и солнечные батареи. Есть также, вот обратите внимание, ветряки, потому что там нет в этой общине электричества. Они живут полностью вот, за счет энергии Бога. Это в храм, вход в храм, вот такая дорога совершенно уникальная. На вот эту дорогу они потратили, она где-то длится почти 2 километра, там 230 тысяч евро. У меня есть там очень много данных по вот этим всем расходам. Они нам рассказали. Вы видите, что вот, вот так вот, видите, вот это у них офис, офисное помещение перед храмом. Вот так у них оформлены кунды и святые места паломничества. Это здание совершенно сказочное. Это Гурукула. Гурукула. На этой земле. И там учатся три гурукуленка. Можно вопрос? А у нас в России есть гурукулы? Где? В России? Ну, пока, к сожалению, нет. Вот такие слоны нас встретили на входе в эту долину Кришны. Вот, Шаранге понравились слоны. Вы видите, все, слоны уже облюбованы. Вот. И головная боль для Садхусанги. Где этих слонов теперь делать? И как? Вы видите уникальную постройку. Это овощехранилище. К сожалению, у меня нет снимков внутри, потому что это вообще уникально. Вот увидеть примерно, ну, 50 тысяч банок закруток, допустим, с 5-литровые банки такие, с помидорами. Я не знаю, чего там только нет. Я уж и не разобрал всего. Но вот таких очень больших много. Три тоннеля под землей. Вот вырыто. Это глубже чуть-чуть. Ниже уровня земли. Вот. Я говорю, для чего же вам столько надо? Говорит, Радхи Шьямасундары. Вы видите теплицы и огороды. Теплицы и огороды. Это одно из святых мест на этой святой земле. Здесь преданные отдыхают, спасаются от палящих лучей солнца во время летнего зноя. В Венгрии тоже бывает так. Вы видите, что Бхактипад, вот он стоит, Бхактипад, видите, он поднял ручку и рассказывает о лилах Кришны. Это настолько изумляет, что мое впечатление было, ну, в 1000 раз больше, чем от посещения Вриндавана. Но вы видите, как они ходят. Знаете, ну извините так, ну ладно.
так получилось. Они ходят все время в обсуждении. Видите, они все время что-то обсуждают. Вот это очень красивая фотография. Здесь нам представлена Гошала. Это царство коров Кришны. Здесь они живут, и это их дворец. Если вы войдете вовнутрь, а мы сейчас войдем туда, вы увидите, как там все украшено картинами. Причем так нарисованы маслом, что не в каждом дворце в Питере вы найдете такие картины. Но вы видите, вот они все время в обсуждении. Но холодно было. Вы понимаете, но никто не плачет. Обратите внимание, улыбка Вивасвана. Это уникальное событие в жизни каждого человека. Не, Вивасван он всегда улыбается. Но для нас увидеть это уже благоприятно. Итак, мы входим в царство, вернее, во дворец коров Гошала. Это еще что такое? А, вот это, кстати, очень потомок уникальной коровы Зебу. Зебу. Преданные этой общины озабочены тем, что хотят выращивать жаростойкие породы коров. Они готовятся вот к глобальному потеплению. Вот такие быки там приветствуют нас. Вы видите, что они нам говорят? Харе Кришна. Это бык. Вы узнали почему? Потому что у него колечко, видите, в носике. Вот какие красавцы там находятся. Их там 30 быков. Вот такой Кришна там может вас встретить. Вот такой закат. Очень красивая долина Кришны. Но вы видите, они ходят все и очень серьезно что-то обсуждают. А вечером обычно они поют Харе Кришна. И вы видите, что не только скрипочка, ну и всякие виды дудочек есть и так далее. Поет никто иной, как Вивасван. Вивасван – это имя такое, имя. Ну, знаете, кому-то понятно. Уникальный человек. Вот перед вами директор Гурукулы, Матаджи. Просто, вот знаете, вот я вот пришел к выводу, что в этой общине живут не просто люди, не просто преданные. Там живут бриллианты вайшнавы. Бриллианты. Так, вот о уровне культуры я даже не знаю, что сказать. Было все время ощущение нахождения вот где-то в духовном мире. И, конечно же, вот лично с моим вот ощущением, я, конечно, был очень смущен. Потому что я не думал, что я уже готов там оказаться. И в этом смысле я, конечно, удивился. Вот такая обувь у них там есть. Это киртан. Киртан в храме. В храме Радхи Шьямасундары. Обратите внимание, как ровненько стоят прабху и как ровненько танцуют матаджи. Ну, не стоят, все танцуют на самом деле. Это особый случай. Знаете, когда я попал на этот киртан, это первый киртан был, вот, я был вообще потрясен. Они как-то танцуют так очень ровно, красиво, слаженно, с прихлопом и с притопом. И я понял, что я тоже начал так пробовать. Я не смог. Я 2 дня учился. На 3-й день я осмелел и тоже стал рядом с этими преданными, которые танцевали в этих цепочках. Но мне тут же, я понял, мне тут же сделали замечание. Встаньте ровненько, Прабу, в эту линию. И я сразу понял, что я нахожусь в Европе. Вот. Но, дай Бог, у меня получалось продолжать дальше с прихлопом и с притопом. Это у меня мои были проблемы тогда. Вот. Ну, вы видите, здесь Шиварам с вами он поет, он киртан ведет. Но там здесь, видите, здесь гитара, это бас-гитара. Но еще вы не видите бэк-вокал. Радха Шьямасундара, смотрите, они смотрят вниз, они смотрят на подношение, которое мы сделали преданные. Это праздник Говардхана Пуджи. Вот такой Кришна, совершенно уникальный, из навоза. Продолжаются танцы преданных. Обратите внимание,
преданные съезжаются на праздник Гирираджу. И этих машин будет потом, ну, где-то 2 гектара уставлено. Вот. Потом вот такие домики почему-то пошли. Вот еще некоторые преданные не успели убрать урожай, и они спешат на праздник. Вот такая клубничка там, видите, как все. Вот. Возле каждого домика пруд и определенный фэншуй, клумбочки. Совершенно очень красиво, необыкновенно все, с такой любовью сделано. Это колодец. Колодец. Возле каждого дома колодец. Вот такие дома, в них живут преданные. Вот так это выглядит. Это храм. Вот такие замечательные там площадки. Там преданные танцуют для Радхи Шьяма Сундары. Вот на этой вот сцене преданные танцуют. И Радха Шьяма Сундара вот здесь вот они выходят гулять. Их выносят, и они смотрят на вот эти танцы на озере. Это искусственные пруды, которые сделали сами преданные. Вы знаете, там совершенно уникальная канализация в этой общине. Совершенно уникальная. Они сначала делали выгребные ямы, но это было настолько сложно. 53 дома плюс храм. Вот. Потом они сделали новую канализацию, которая естественная канализация. Она стекает в такую зону, где растут камыши, и там ничего, там даже запаха нет. Вот. Они вложили в эту канализацию 500 тысяч евро. Вы видите, вы получаете даршан сейчас, Гирираджа, Гирираджа. Гирирадж омывается в потоках молока, соков различных. Вы видите, как он любовно на вас смотрит. Он очень доволен, поверьте. Там, это ощутили все, кто там присутствовал. Но вы видите, что танцы можно продолжать. Можно. Реально можно продолжить. Вот эта Матаджи уникально поет, она играет на всех инструментах. Вот, и удивительная очень личность, она каждый вечер нам давала свои концерты. Вот такие детишки замечательные, Ниранджана с вами, Шиварам с вами с телефоном. Вот так преподносят детей Радхи Шьяма Сундари в дар. Каждый ребенок, родившийся в этой деревне, в год рождается. Вы спросили, сколько детей рождается в год в общине? Нам сказали, 8-10 детей в год. Спросили, сколько коров рождается? 5 коров рождается в год. Но там очень строгая селекция идет. Вот так предлагаются дети. Вы видите, этот ребенок, он пришел в миссию Санкиртаны, и на нем уже тилок, вы видите, да? Шьяма Сундар принял его. Ниранджана с вами, его святейшество. Обратите внимание, что он счастлив. И это наполняет наши сердца чем? Чем? Блаженством. Блаженством, да. Но мы видим, что, видите, на этих быках вот катаются Гирирадж. Это его праздник. Вот он Гирирадж, и быки его возят. Вот. И он ездит. И попробуйте не провести его. Один раз преданные забыли его провести, на следующий день все заболели. И долго-долго пришлось им расплатить. Это вот идет уже такое, знаете, вещь, вот перед вами вот уникальный преданный, это главный гоп, главный пастух, вот, который находится вот в этом гашале. Вот мы вот на территории гашалы, внутри вот алтарь, видите, там Гирирадж находится на алтаре. И Шиварам с вами рассказывает о коровах. Это все это члены общины, понимаете? Нет коров, которые, ну, просто каждая корова это член семьи какой-то, понимаете? Гирирадж, смотрите, он очень балдеет, да, на алтаре. Это уникальный алтарь. Вы нигде еще такого наверняка не встречали. Было раздано коровам сладостей, ну, наверное, килограммов 250 точно. Потому что, ну, поднять не могли, там много мужчин, вот. И я, когда эти сладости брал в руки, я думаю, неужели это вот коровам надо отдавать? И пробовал сам. Это уникальные сладости. Глаз коровы, глаз, уникальный глаз, глаз коровы Зебу. Ниранджана с вами очень доволен, обратите внимание. И все, кто стоит за ним в цепочку, обратите внимание, тоже довольны. Это бык Зебу,
Тоже целая история, могу рассказывать, но нету времени. Это Гаура Шакти. Вот такая Матаджи у нас удивительная тоже там была, Шриам с вами. Урмила Матаджи. Обратите внимание, никто не плачет, да? И вот этот вот бычок маленький, он боднулся так, знаете, неожиданно. Вы видите, что все довольны на празднике. Это уникальный бык. Его зовут Кавери. Смотрите, он пытается подняться. Он в длину 5 метров, я не знаю сколько килограмм. Это вожак стаи быков. Вот, он самый главный там. И вы видите, стоят двое и обсуждают проблему. Оказывается, бык он вменен им во что? В заботу, да, в заботу. Неожиданно так. И вот он лежит, видите, вот он лежит. Запомните, бык Кавери, бык Кавери. Вот он посмотрел на нас, видите, он посмотрел. Он говорит, кто ж будет за мной заботиться? Это его взгляд. Он держит все стадо, этот бык. Вот. Видите, это его взгляд. Он так смотрит на тех, кто на нем заботится. Непонятно, кто за кого заботиться будет после этого взгляда. Вот это сладости, которые были предложены Гирираджи. Здесь более 2000 килограмм сладостей. Все это было взвешено и предложено Гирираджи. Насладитесь, пожалуйста, этим пиром глазами. Гирирадж Махарадж Ки Джай. Обратите внимание, что он доволен, да? Шримати Радхарани. Это Шьяма Сундар. Уникальная фотография. Уникальная. Миллион долларов. Вы видите, как очень счастливы преданные. Вот эта Матаджи пожилая, смотрите, как она счастлива. Она смотрит, как, смотрите, как Гирираж. Вот такие груши там растут. И много чего растет. Вы видите, мы вышли после пира. Не завидуйте, пожалуйста, преданные дорогие. Это можно сделать и в этих условиях. Вы видите, Вибхути Шакти Прабху, смотрите. Видно по всему, что очень доволен. Ну, вы поняли, да? Вы поняли. Этот парень тоже остался доволен. Вот. А это, вы видите, Джапа на берегу, совершенно тоже уникальное святое место, на берегу Ямуны. Вот так там солнце садится еще раз. Вот так преданные уезжают в Будапешт. Шаранги, вы видите, она читает джапу. А вот этот человек, гоп, как их там называют, он везет 80 литров молока. Я говорю, кому везете? Радхи Шьяма Сундара. Вечером он везет в храм. Я удивился, думал, ну, столько молока, куда? Радхи Шьяма Сундари. Вы видите, как преданные зажгли свет? Видите, какой свет у преданных в домах? Вы видите, что горит свеча, да? Горит свеча. Очень красивые, уютные домики мы были там. А это вот в ресторане идет обсуждение увиденного, услышанного. И вы видите, как очень серьезно идет обсуждение. Очень серьезно. Вот это вот собрались, вот вы видите, да? Ну, тайное правительство. Не показывайте никому это, ладно? Об этом можно очень много рассказывать. Я вот специально лицо для вас предоставил Гаура Шакти. Гаура Шакти Прабху. Эта личность очень большое впечатление на меня произвела. Очень большое впечатление. Это преданный такой, очень уникальный преданный. Сейчас у нас... О! Нельзя вырубить это! Нитай Гауранга Киджай! Шиларупада Киджай! Мы заканчиваем, дорогие преданные. Я не знаю, возможно, у вас были вопросы. Продолжайте. Можно, вы думаете? Конечно, нужно. А, ну давайте мы недолго, недолго. Я не буду никого из вас, так сказать. Вот, в данном случае нельзя правду вырубить. Понимаете? Мы же исследователи. Мы исследователи воды. И в данном случае мы находимся в горячем, термальном источнике. Вот. Температура в котором 36 градусов, мы находимся под открытым небом. Вот вы видите Андрюшу Тёпина, и вы видите
что этот человек доволен. Правда это или нет? Да, там вода вообще пузырится, вы видите, ваш слуга тоже, видите, он находится под водопадом искусственным таким. Все это уникально, конечно, Андрюша Тёпин. Андрюша Тёпин, запомните, пожалуйста. Это человек с самым уникальным украшением в ИСККОН, которое я когда-либо видел. Это тулость в золоте. Это, он худеет здесь. Это очень солидный человек, поверьте мне. Очень достойный того, чтобы о нем вспоминать. Я показываю, как сильно струя бьет. Ну давайте на этом остановимся, дорогие преданные. Это уже Будапештский храм. Вот, я был счастлив с вами пообщаться и рассказать вам что-то, воспоминаниями поделиться об этой общине. Вот, и если у вас есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста. Можно свет включить или нельзя сейчас?